Вот так вот следующее видео. А ты как-то там их редактируешь или так как Да, видео нет, возиться с ним еще. Записал и залил, да и хватит. Пойдет. Хуртук, короче, любитель на месте стоять. И гранаты мои ловить. И появляться из ниоткуда. Откуда не возьмись. Так, где? Сейчас сюда пойдет. Вот тут я его знаю. Давай ему сюда сделаем такую штуку. Хорошо, я зарисовал, короче. Блин, а как я того не пробил? Хуртука-то вот этого, я не пробил его, а? Почему? Сейчас я его гранатой угощу. Да ёлки-палки. Тут их двое, я так и знал, что ничего не получится. Пока у него гранат сам взорвало, они так и будут. Хуя, так и будут там торчать. Быстро, быстро, он технично застрелил. Мания ужом большая, да. Убежали отсюда. Не докинули. Как я тебя прикрыл? Сеточку поставил. Да. Как раз прямо перед носом у тебя. Не ходи, не ходи, не ходи. Ай, блин. Я подранок прям на него вышел. Подраненный. Как долго стреляешь, блин, чтобы попасть? We won the match. Они, наверное, вешают, знаешь, эти парагоны еще вешают на себя какие-нибудь там ЕК и несать что-нибудь еще там такие мощные ядра. В таких потом стреляешь и не понимаешь, блин, вообще, что происходит. У него сплошное здоровье. И зачем там гранаты не погиб? Она прям под ногами взорвала. А ты когда вот игру запускаешь, у тебя тоже этот командная строка вылазит, черное вот это окно? Нет. Нет?
Я встал на гранату и уже знал, что мне хана. Чувак там, короче, кинул греночку. Нифига! Во, вон монстр, блядь. Вон куда я же гранату кинул, нихера далеко как. Все мимо да мимо. Ну попал, все равно тебя, смотрю, здоровье отнял. Ну да. Да, она самая. Блин. Так настрелял туда красиво, и на тебе. Выиграли. We won the match. Победили. Ну, по крайней мере, у него хоть счет это не 27. Это ж у него был, да, такой он? Ну, этот Курток, это когда разведом играл. Мы еще тогда я зашел тоже разведом, чтобы соревноваться в каком-то в какой-то битве. По зеленке ходит, его как будто вообще не касается она. Она же должна как-то тормозить. Я по чужой зеленке, когда хожу, скрипеть начинаю, капец. Вот этот Курток, да, вот по нему видно, что его она касается, она его задевает. Okay.
хрен. А этот какой-то... Ну, меня сейчас Куртик убил. Надо у того ядра посмотреть. Блин, не успел я за решетку спрятаться. А это ты был? Да. Ну ничего, ничего, ты чё? Слава, подпрыгнул. Ну хоть счет как-то это. Ага, okay. Спасибо, Слав. Блин, этот разведа опять взял. Ну елки-палки. Хурток. На тебе. Гранатой. Вещь на первом месте. Что ты говоришь? На первом месте я оказываюсь. Да, я что-то не обратил. О, да. Смотри-ка, 5-5, и ты их это. Лучше всех сыграл. Еще плюс 14. Этот, походу, с Турции, наверное, да, этот Хуртук. Турк. Хуртурк. А, я. Кардашим. Курцин. Вот бегу, нажимаю бежать и нажимаю на тап, и он меня бац берет, встает. Изучает. Да. Кардашим. Он опять, этот Хуртук опять хер знает где. Командор, а не сзади. Сейчас вроде он поскрипывает, да. Поймал, теперь я со спины.
блин, на одном сегменте. Мышка, конечно, неудобно. Не та чувствительность. Все продули нафиг. Продули. О, у тебя 2.9. Ну? Короче, тебе надо мониторов новый покупать. И компьютер тоже. Да, и компьютер. А что, сейчас вон компьютер можно за 70 тысяч взять, и видюха будет 3060, и 12 гигабайт в ней. Ну, только оперативка 16 гигов. Ну, и этот, как его? Там еще 16, да, нормально. Ну, 16 нормально, да, я посмотрел так. Просто вот у меня 16 для работы, конечно, не хватает. А у меня 32 поставил я. У меня 16 было, да, купил вот недавно. С этим, с кулером они такие, в этой, желтые, короче. Не так, фирма не так. Вот, в алюминиевой такой, это, оправе. Ну, прикольные. Две планочки по 16 поставил. А процессор i5 10400, по-моему, сейчас можешь взять за 76. Поймал мою гранату. Ой, как я удачно выглянул. Ага. Как я удачно выглянул. Друг друга, короче, мы обменялись любезностями. Ах, бля, я аж дернулся вправо. Ё-моё, ну, в наушнике прямо вправо. Вот этот простенький противник. Ой! Аж даже это. Вычитал меня. Да. Это было просто. Ой, ё-моё. Спина. Маркус убил меня. Ага, и мне тоже. Блин, родился я. We won the match! И родился и влип такой. Ни влево, ни вправо. Минут, ладно, следующее видео включу.